большой привет. И у меня есть два барана и два помощника, потому что я их свое не выдержу. Сегодня я постараюсь этих двух баранов поменять на тачку. И как только обмен произойдет, я отправлюсь на ней куда? Правильно, в Москву. 2000 километров! Обязательно заедем до бати. Не хавай меня. Итак, откуда же у меня взялись эти бараны, спросите вы? А, во-первых, одного барана мне подарили, а второго барана я решила купить. Да, настолько гостеприимный народ, что просто подписчик решил подарить барана. Но я подумала, а что мне делать с этим бараном? Не везти же мне его в Москву. Делать из него шашлык мне не хотелось. Вот, поэтому, так как в предыдущем ролике вы видели, что можно поменять тачку на животных, и тут я подумала, а возьму-ка я здесь тачку, и как раз бараны пригодятся. Я считаю, ну, подарок такой хороший, да, нужно применить в нужное русло. Поэтому я стала искать варианты автомобилей и, собственно, людей, которые согласны были на такой обмен. Ассаламу алейкум. Я звоню вам по машине. Скажите, а бартер рассматриваете? Бартер на что? На баранов. Нет. Ладно, ищем дальше. Звоню вам по машине. Скажите, а бартер рассматриваете? Нет, не рассматриваю. Ладно, спасибо. Блин, я так уж просто, ты посмотри, найти. Скажите, бартер рассматриваете? Нет. Ладно, спасибо. Ну что, это было достаточно сложно, но мне удалось благодаря подписчику. То есть я сделала такой клич среди подписчиков в Телеграме, и люди начали откликаться, кто готов был поменяться на баранов. Ну, то есть, не то чтобы всю стоимость... До свидания. Не то чтобы всю стоимость погасить, соответственно, понятное дело, что нужно там 20-30 баранов, если тачка, допустим, 200 тысяч стоит. Вот, а, ну, частично, два барана, это типа 10 тысяч рублей, ни туда, ни сюда, но в то же время, почему бы нет. Поэтому едем к той самой машине и к тому самому владельцу, который готов меняться на барана. Небольшая перекусочка, потому что едем мы на такси. Без баранов, понятное дело, потому что возить их. Мы едем куда-то в аул, 67 километров от Махачкалы. И если все хорошо, то баранов мы отправим на грузовом такси. Пока что приятного аппетита. Да. Нурик, доброе утро. Мы приехали, стоим на мечети. Доброе. Привет. Вот это погодка, конечно, сегодня. Вчера такая прекрасная была. Спасибо, Нурик. Это Нурик. Это Нурик как Нурлан или как по-другому? А, вот так вот. Ох, как тут, конечно, холодненько. Ты вот так вот ее хранишь? Ошалеть. Вот это, конечно, то, что надо. Вместо мотора вам затонирована дерзкая такая, очень ладная система крутая. Она прям лялечка, да, такая, как ты говоришь. Это тоже твоя? Не, ну мне нравится, что вот черные должны быть обязательно. Чернение должно быть обязательно. Вот здесь вот в Дагестане. Какая бы машина ни была грязная, чернение есть везде. $135.97. Очень даже хорошо. Я не имею ничего против Нурика, просто лучше перебздеть, чем недобздеть. Нурик подписчик мой, сказал, говорит, забирай, я только тебе отдам машину за 360 тысяч. Говорит, потому что деньги срочно нужны. Да, Нурик? Да. А так каким-то перекупом не захотел скидывать. А вообще цена таким машинам от скольки? Они на рынке 560 стоили. Ну, на рынке они, конечно, подороже значительно. Ну, как мы и договаривались, 360 и получается два барана. По рукам, я считаю, нужно это, писать договор и забирать. Баранов стоило, холодильник в дом. Че, хороший аппарат? Че скажешь, как тебе? Не, ну, за 360. Выгода? 360? Да. Можно. Цветочки. Серьезно? Это идеальный вариант.
Все, надо. Леша расстроился. Почему я ее не взял? Ну, так вот, так вот. Тут очень любят приоры. За что тут любят приоры? Практично, легко продать, купить и недорогая вот. Они как горячие пряжки летают. Понятно. Опачки! Это нам не нужно больше. Ремень здесь будет на этом месте. Меня приора, дагестанская приора с тонировкой, где такое видано? Ёшки-трёшки, да? Не идет, по-моему, да? Что скажешь? Вообще топ. Бомба вообще, машина-бомба, честно говоря. Дверь закрой. Свою закрой. Хороша всем на диван. Слушайте, на лежачих полицейских прям вообще. Ну, парень не обманул. По крайней мере, на данном этапе вот все максимально гладко. Типа, ну, прям гладко. Пусть бушует сердце кровь, не нужна твоя любовь. Так, бараны сопротивляются, не хотят уезжать. Ну, сделка века состоялась. Пусть даже 2 барана, не 80 баранов, потому что, в принципе, цена за одного барана примерно 5-10 тысяч рублей. Зависит от конкретного барана. Вот, поэтому грузим. Собственно, давайте, ребятушки, спасибо вам за помощь. И поедет к новому владельцу. Ну, я думаю, сделка века, да? Все, пока, пацаны. Сколько денег получается? Возьмете за дорогу. Сколько дадите за эти деньги? 500 рублей нормально будет? Нормально. Как все. Отлично, хорошо. Вам жалко. Итак, почему мне подарили барана, да, одного, и второго я купила? Почему я вот подарок и взяла, и отдала на обмен, да? Ну, во-первых, это мое. Я что хочу, то с этим и делаю. Во-вторых, я не могу просто-напросто этого барана повезти к себе в Москву. Ну где? В приоре? Ну, неразумно. Во-третьих, я показала вам историю, как люди, в принципе, очень даже согласны на обмен, точнее, здесь у них называется бартер, на животных, на какой-то участок, на машины. С пустыми руками мне не отпустили, баранов уже забрали, увезли, но нам дали вот такой вот мешок шерсти. Сказали, это очень лечебная штука, и будете всегда здоровы. Повезем, короче, родителям, ну, не можем мы отказываться. Ой, короче, Дагестан, вы в моем сердечке навсегда. Спасибо вам. Гостеприимность просто зашкаливает. Ошали. Полицейский меня остановил. Салам алейкум. Добрый день. С пленками как ездить? А я вот, смотрите, только купила ее. За сколько взяли? За 360. Сейчас они вроде скоро снимут. А это уже лишнее, что делать. Здесь вам тяжело будет выехать с этими пленками. На каждом, каждый гаишник будет прыгать. Ну что делать, ладно. Придется растонироваться, если так. Давай-ка в старом стиле, так мне надо. Снова собралась послушать рэпа моего приказа. Че решили? Ну что сказал, лаваш снимай. Боковые еще типа ок, а лаваш снимай. Все, все. Салам алейкум. Спасибо. Протокол не выписали, просто растонировали. Хорошие сотрудники полиции, в принципе, я считаю, справедливо. Потому что с тонировкой по закону ездить нельзя. Ну а что делать? Я такую машину взяла. Я думала, ну может быть, в Дагестане можно. А мы пока еще в Дагестане. Прогноз моих пацанов в дальнейшем заебись. Посвящение в растонировочники. А, шалеть!
Истанда, 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 Барби, Москвич. Не проехали 10 километров мы, как просто бам, и все, все строго. И это правильно, это хорошо, даже что так. Собрались выезжать уже в сторону Москвы. Первая остановка должна быть в Грозном, но тачка не открывается. Видимо, вчера кое-кто забыл выключить фары. Ключ сюда не проворачивается. Но я вижу, единственный вариант — это какой-то взломщик. Можно попробовать скотчем стекло опустить. Оно приопускается, но этот стеклоподъемник не дает. Так, что делать, когда аккумулятор сел, личинка от замка не подходит, с багажника не залезть? Давай искать взломщика в Дагестане, мне кажется, тут должны быть такие ребята. Вот это легкотня, конечно. Это опыт? А, это вот такая вот у вас линейка с этим, понятно, круто. Так, теперь нужно прикурить. А где такую линейку, как у вас, купить? Канцелярский. Реально? Вы просто сделали, получается, петлю внизу? А это сколько она сантиметров? Хватает 30 сантиметров. Понятно. Ну, коротко о моем умении. Если что, вот здесь вот лежал второй ключ. Сейчас посмотрим, подходит ли он к двери. Нет, не подходит. Ладно, так. Может, она просто закисла. Закисла? А у меня вот здесь вот еще вы как-то эти личинки не разрабатываете? Водичку, а как для антикислитель? А, у вас нету, да, такой? Водичка есть, но антикислителя нет. Короче, нам по-любому надо с собой взять какой-нибудь или бустер, или провода. Аккумулятор слабый, но бустер лучше будет. Аккумулятор слабый? Да. Или, может, лучше сразу аккумулятор купить? Ну ладно, спасибо вам. Давай грузиться и поехали, что делать. Капец у нас, конечно, уже хлама, да? Баннер с Путиным был. Так, перед выездом из Махачкалы я решила заехать на рынок. Он называется рынок номер 2, чтобы купить каких-нибудь вкусностей, потому что дорога-то нас ждет аж до Москвы, а поедем мы через Грозный, потом Владикавказ, потом Волгодонск, где мои мамочка и папочка. Поэтому нужно гостинцу взять. Короче, нас один дядька пригласил попить чаю, который как раз таки подарил баранов. Барана. Вот. И я говорю, а что за такой необычный вкус? А вот там был вот этот вот зиан, зири. А, зира.
Слушай, ну я батя возьму, он заценит такую штуку. Халва? Халва. С орехами, с коноплей. Я возьму вот такую, вот такую и вот такую. А есть такая, чтоб прям сухая? Я взяла один кудунь байму бате и воблу с ашунем. Сколько за одну рыбу, ну-ка? 1500. Я много взяла, можно еще винограда взять и мандаринов, и все. Набрала, в принципе, много. Главное теперь это все дело довести, потому что в дороге нам еще дня 4-5 точно до Волгодонска. Если нет гаечного ключа, можно использовать плоскогубцы. У нас вот, например, у оператора аж два вот таких вот мультитула, видите? Это заберем. Опачки. Как-то у меня была ситуация. Я на своем скайлайне попала в ДТП. И мы тогда ждали сотрудников полиции 4 часа. Европротокол тогда это было что-то непонятное и сложное. Среди моих зрителей 99% автовладельцев. Как бы это ни звучало грустно, но каждый день бьются очень много авто. Я уверена, каждый из вас, кто оказывался в такой ситуации, мучился и не знал, что делать, кроме как звонить 112 и потом ждать сотрудников полиции. Зачастую, чтобы оформить ДТП, нужно ждать полицейских и тратить на это очень много времени. Минцифры России запустили сервис Европротокол онлайн в приложении «Госуслуги авто», которое создано благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Через него автолюбители могут оформить извещение о ДТП без полиции и бумажных бланков. И на все про все уйдет не более 30 минут вашего драгоценного времени. В приложении «Госуслуги авто» есть еще много чего интересного для автомобилистов. Это оплата и обжалование штрафов, электронный СТС, выписка из реестра автомобилей и многое другое. В общем, не приложение, а настоящая находка. Классно, да? Так что скачивайте приложение по ссылке в описании, потому что кто предупрежден, тот знает, как действовать. А вообще очень здорово, когда технологии упрощают жизнь людей. И приятно, что многое делается по нацпроекту «Цифровая экономика». Так что гоу по ссылке! Преимущественно, конечно, когда есть и газ, и бензин, что у тебя сразу два бака, да? Сейчас мы полный бак бенза заправим, а потом полный бак газа. У тебя бачок потик. Ёшки-матрёшки, Ваня! Может, это болезнь всего автоваза? Ай-я! Так, 92-й бензин здесь стоит 48 рублей, а газ 17,50. Кстати, за то время, пока мы были в Дагестане, то ли подешевел, то ли просто здесь дешевле. До этого было 18.40. Спасибо. Кит, ты думала, я тебя надурила? У меня колбаса куда-то, да куда? Да что ты очкуешь? Кит. Правильно. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Да жуй нормально. Ой, ты мой кит. Ух! Уфу!
ну все. Прикрывать ничего не надо. 682,50. А что так мало? 40 литров всего получается, наверное. Ну, бак-сороковник, да. Типа у нас литр остался только. Гоним дальше. Нет. Сейчас очень неудобно вести вот в таких вот штуках. Не сильно у вас много? Это она же бегает. Бизнес. Давай клади сюда. Привет. Мы сейчас на Кавказе, и давайте послушаем разные радиостанции. Следующее. Дальше. Прикол, да? Где Лобода, блин? И Рамштайн. О! Добрались до Грозного, естественно, уже второй день мы здесь, потому что вечером устали с дороги. Кстати, отсюда будет огромный выпуск также про Грозный, про местный авторынок, про вообще какие здесь машины, цены, в целом про республику. Так что обязательно ждите, ну а мы с вами вот так вот сейчас опа и продолжим наш путь. Купим дубайскую зубную пасту. Чего бы нет-то? Из Дагестана у меня для бати есть папаха. А отсюда давайте возьмем как минимум магнитик. Я это самый что ни на есть настоящий турист. И тут очень много, кстати, туристов. На нейтралке. Здрасте. Так, мы заскочили в Грозном, вот друг нас привез. Куда ты уходишь? Я стесняюсь. Да не стесняйся. Главное, что ты подумал о нашей безопасности еще ближайшие 1500 километров. Он говорит, ребят, вы не хотите на сервис заехать? Я, конечно, все понимаю, все вроде хорошо и кажется и отлично, но лучше проверить, в каком состоянии ГРМ, масла, фильтра поменять и со спокойной душой уже уехать. Так что, собственно, добро пожаловать, мы приехали в сервис. У меня сегодня первый раз откачка происходит вот таким вот макаром. То есть не сливную пробочку да, снимаем, а вот как бы вот так вот. На самом деле в Дагестане, как мне сказали, там 90% ездит на воде, потому что, в принципе, не бывает морозов, и вода вполне отличный вариант. А у нас здесь антифриз залит, красный, так-то, да? Богач хозяин. Да, так что все-таки не говно пока что. Вот это надо устранить, потому что он захрустит у меня скоро.
сейчас время, вот получается 6 часов. Вот, в планах сейчас за час там ГРМ, метнуть шрус, поменять и рванем в Владикавказ через Ингушетию. Не через Ингушетию, а Владикавказ и в Ингушетию. Как так получилось, я не пойму. Но увидите. Почему стоит все? Деньги. Понятно. Зови. Ясно. Короче, как говорят местные дальнобойщики, что сейчас очень жесткий контроль фур. И вот там вот как раз таки осуществляют рентген и проверку каждой тачки. Какой-то комплекс Армхи. Правильно едете. Ага. Вот. Паспорта нужно подождать. Давайте удачи вам. Спасибо. Спасибо. Прикольно тут тогда. Ну, типа, прям серьезная такая проверка паспортов. Так, мы подъезжаем, осталось 19 минут. Я думаю, мы сейчас приедем, а уже утром будет включение. Дали мне много сил, несмотря на то, что в Ингушетии, а именно в Армхи, мы были всего один день, а как будто целых два. На самом деле, прям я здесь отдохнула. И, собственно, нас ждет впереди 800 километров пути. Мы едем прямиком в Волгодонск. Очень хотелось заехать к Асате, но он почему-то не отвечал. Ну, ничего страшного, зато быстрее к мамочке с папочкой попаду. Ульи. Вот так, собственно, добывается горный мед. На протяжении вот всей дороги, что мы вот так вот едем по горам на выезд из республики Ингушетия, стоят вот такие вот ульи. Смотри, как приора четко выглядит на фоне гор, да? Давай, скорее сфоткай. Опа, я лечу, как будто бы носом в бетон. Опа. О, холоднючая какая. О, хорошо как. Класс.
Здрасте. А можно купить буханочку у вас? 20 рублей не обязательно? Здесь и нету, говорю. Да нет, есть, я сейчас найду. Нет, зачем? Ладно, оставьте, идите. Даже денег не взял. Видишь, что я худая. Кстати, хлеб очень вкусный какой-то, вообще невероятно, хотя я не голодная. 20 рублей за буханку. Ну вообще это дико дешево. Это очень дешево. Булку целую затрепала. Ингушский коктейль хлеб-кола. Шо? А то батя скажут, ага, была в горах и не нарвала мне шиповника. Так, батя, я тебе еще сейчас и облепихи нарву. Во! Что это? Это облепиха. Очень полезная штука. Фруктики мои в порядке, вот смотрите. Даже, хотя я их везу уже сколько? 3-4 дня. Так что довезу. Поехали. Здравствуйте. Паспорта можно ваши? Спасибо, и вам хорошей службы. До свидания. Шачина, бедненький мой малыш. А зато как бы заправлять бензином не надо. Сено дал и погнал. Короче, мы сейчас на бензине едем, потому что у нас попахивает газом. И это напрягает сильно, поэтому потом будем разбираться. Куда мы попали? В Ростовскую область. Всю дорогу ехали, я думаю, боже, какая прекрасная дорога. Как все круто. И тут просто на-на, пожалуйста, добро пожаловать. Итак, 54 километра нас ожидает. Очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это, но... Вот это яма. Все, дорога кончилась. Пойдем посмотрим. Капец, я по этой дороге никогда не ехала. Поехали через Элисту, там километров на 40 дальше, но быстрее будет 100%, чем вот так да ехать. Да и страшно. Папуль, ты спишь уже? Нам, короче, еще 3,5 часа. Мы как будем подъезжать, я тебе позвоню, спустишься, ладно? Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Короче, нужно помыть немножко малышку нашу. Сейчас будет презентация для бати. А батя, наверное, уже спит. А может и нет. А, нет, я вижу, он бежит. Ассаламу алейкум, отец! Ты уже спал? Конечно, я уже прокимарил. Доброе утро! Приветики, папуль!
Ты моя красота. Ты что, чеснока наелся, да? Ну, конечно. Ну, правильно. А как? Чтобы не простыть. Ну, пойдем подарки. Ну, что у вас тут? Показывайте. Я просто решила сразу тебя позвать, чтобы это, мы да. все вынесли. А вот, собственно, приобретение. Узнаешь, что это? Это что, десятка? Похоже, да? Ладно. А что привора, что такая черненькая? Не девичья. Цвет не девичья. Да и я у тебя не особо уж и девичья. Ну да. Да я же Наська перекуп, это я ее продам. Давай по порядку, пап. А вот смотри. А это вы что? Это дагестанские, ты таких не ел, смотри. Да. Я же вот собрала это. Много. Рыбеха какая. Это тоже в Дагестане, только там в море у них в Каспийском водится. Это хурма здесь. Это, короче, урбеч ассорти из орехов, а это лен. Типа считается, как там нам сказали, супер полезная штука. Что, прям так? Это перетирается просто семена льна. Запах какой-то. Горный мед. Ух ты. Кстати, нас там угощали чаем с вот такой вот приправой. Слышал такую зира? Ну, название слышал, но пробовать никогда не Короче, пробовал. Вот заварку мужик Чок, вот этот, который мне там Брана подарил, он добавлял вот такую вот зиру. И получался чай какой-то очень интересный такой вкус в заварке. Что скажешь? Что-то мне напоминает. Ну, что-то есть. Ну, короче, вот, тут все я складываю. Вот можно сверху поставить. Пап, смотри, тут шерсть. Я пока не буду доставать. Это... А зачем столько шерсти? Сказали, она очень полезная, и мне ее всучили. Сказали, вези бате. А куда ее девать? Что-то с ней надо делать, чтобы быть это, здоровым. Я не знаю, помыть ее, начесать. Ой, воняет. А, ну что же, вишенка на торте у нас. Ну, как ты думаешь, что может быть? Шапочка. Это папаха шапочка. Называется. Мне шапочка нужна. Не, ну вроде бы я все вручила. Нормально, вот. Все всучила. А теперь главный вопрос. Будешь менять свою Ниву на приору?